Всем привет, меня зовут Андрей Кекс, и ты смотришь Ask It More Week, самый интересный сборник новостей из мира нашего неклассического прямо сейчас и прямо для тебя. Поэтому по сложившейся уже традиции, бери в руки любимый напиток, потому что мы переходим к новостям. Хотя сегодня, наверное, это больше вакансии и всякие стажировки, поэтому не Ask It More Week, а Ask Headhunter Week. Яндекс и Сириус открыли набор на научно-практический интенсив по воспроизведению State of the Art. State of the art. Научных результатов. Не знаю, что вы тут услышали, но как минимум одно вы должны запомнить точно. Бесплатная поездка в Сочи! С 5 по 17 апреля. Участникам предстоит поработать в командах над проектами, критически осмысляющими... Забыл. Результаты исследований. Для студентов старших курсов, бакалавриата, аспирантуры и магистратуры с хорошими математическими знаниями и отличными навыками программирования. Спеши, ведь прием заявок закроется 25 февраля, а все подробности об этом обо всем на сайте ниже. Смотри в описании. Следующая новость. Амбассадор студ-клуба. Хочешь стать амбассадором студ-клуба? Лидер Cup ITMO. Ну а что касается времени отбора, он пройдет до 6 марта. В карьерном сообществе ITMO ты вместе с командой создашь массу крутых проектов с лучшими работодателями России. И что самое главное, ты поможешь студентам с построением их карьеры. И не забудь, ссылочки на все это в описании. Стань частью молодой и амбициозной команды WeGoTrip. Компания выпускника ITMO Александра Головатова ищет талантливых ребят, увлеченных своим делом. И если ты считаешь, что это про тебя, выбирай вакансию. Выбрал? В общем и целом, их бесчисленное множество, каждый найдет что-то для себя, так что скорее переходи по ссылке в описании. Образовательные стандарты. 25 января 2022 года ученый совет утвердил новое поколение образовательных стандартов университета ITMO. По новым стандартам, студент уже после первого семестра сможет донастраивать индивидуальную образовательную программу под свои цели и запросы. И все это для того, чтобы сделать свое обучение более эффективным. Все подробности по ссылке в описании. Все это мирское. А что же с погодой? Сейчас мы узнаем это от нашего корреспондента Александры. Александра. Если все свое свободное время ты проводишь отчаянно нажимая кнопку F5 на странице паблика ITMO Students, значит в прошлом семестре ты действительно хорошо поработал. Ставь лайк, если результатов конкурса ПГАС ждешь куда больше, чем мой прогноз погоды на следующую неделю. Следующая рубрика «Иван недоволен». И не надо смотреть на меня с таким недовольным видом. Считаешь себя птицей вольной, а он недоволен. Мне в глазах что-то плохо. Все нормально. Привет, это рубрика «Иван недоволен», и мне уже 2 недели не отвечает научник. Ладно, мой научный руководитель мне отвечает, но, к сожалению, такая проблема далеко не редкость. Да, я знаю, что многие студенты подолгу не могут ответить своим научным руководителям. Но мне кажется, что между ними есть разница. С одной стороны, студент, и у него от научного руководителя зависит получение диплома, участие в КВУ, дальнейшее поступление в магистратуру, либо аспирантуру, даже трудоустройство и, соответственно, вся дальнейшая жизнь. Научный руководитель же зависит от студента тем, что его могут похвалить, либо ему сделают выговор. И все. Поэтому, если вы чей-то научный руководитель, то, пожалуйста, ответьте своим студентам. На этом все. Если вы недовольны чем-то больше, чем я, то пишите мне в ЛС. Пока. В далекой-далекой стране бедный дедушка с голыми ногами потратил целый год для того, чтобы взрастить зернышко риса и накормить всю нашу команду, для того, чтобы она сняла этот ролик для тебя. Поэтому поставь лайк, подпишись на канал, ударь в колокол и оставь свой комментарий. Меня зовут Андрей Кекс, это Ask It More Week. Увидимся совсем скоро. Пока-пока.